Скоро Новый год, а его все нет. Пойду я ни на какую елочку. Задоели мне эти елки. Каждый год одно и то же. Одни и те же песни и фокусы. Дедушка Мороз, ты подарки нам принес. Мишура все это, мишура. Ой, неужели я всю жизнь так и буду ходить? Пластмассовые елки зажигать. Нет, нет, Снегурочка, чует мое сердце. Есть где-то оно, истинное счастье. Вот только как найти его. Дедушка, нас детки ждут. Сбрось апатию, воспрянь дух. Девчишки подарком ждут. Это же твой дом. Новый год на носу. Носу, носу. Вот он, где мне этот Новый год! Очень хорошая, философская, волшебная. Вот ты. Спасибо. А что? Что это? Письмо. Опять что-нибудь просить буду. Снегурочка, ну, прочитай. Дорогие Дед Мороз и Снегурочка, пишет вам новый 2014 год. Хочу пригласить вас зажечь новогоднюю елочку. Ну вот. Что я тебе говорил? Опять, дедушка, приди, дедушка, подари, дедушка, елочку зажги. Да горели эти елки синим пламенем. Да подожди, дедушка, заслушай до конца. Зажечь новогоднюю елочку по адресу город Волгоград, поселок Гумрак, улица Луговая, 108. И познакомить вас с моими друзьями и их волшебными книгами. Волшебными книгами? Да, это волшебная книга. Она откроет вам тайну счастья и смысл жизни. Тайну счастья? А ну, что там дальше? Читай скорее! И посылаю вам Бхагавад-гиту. Она поможет вам в пути. До скорой встречи. Новый год. Бхагавад-гита. Так вот оно, счастье какое. А ну, Снегурочка, собирай снежки на пирожки, идем скорей.
платье обвинила. Где? Вон, в шляпке. Иллюзия? Иллюзия. Шарантика, друг сердечный. Послали тебя. Прошу на лице.
сразу бабушка. Веселая такая дама. Знаешь, она мне подарок подарила. Но самое главное, она мне поведала смысл жизни. Мол, хорошими делами прославиться нельзя, пакости и жадности нельзя на свете жить. Вот. Дедушка, да ты знаешь, что это? Я не в Бхагавад-гите прочитала. И забыть ее зависть. И она один из лучших рабов на пути к счастью. Так ты что? Кто бы мог подумать? Я тебе сейчас водичку принесу. Фу. Везде нравилось, и игрок она поселила, и прекрасные встречались, а жаль немножко в кустах и дурах. Он ждет нас в Лос-Анджелесе. И только представь, мы с тобой.
вы на Мерсе такие, фа-фа, кругом эти Микки Маусы и снежные бабки. Только что они зеленые, вот эти. Ничего ты не понял, дедушка. Вот послушай, что в этих друзьях Боговодичи написано. Никакие не друзья, а сами иллюзии. И тому, кто с ними дружит, никогда не видать истинного счастья. Да ты что? Ой, спасибо тебе, Бхагавад-гита. Второй раз ты нас из беды выручаешь. Пойдем, дедушка. Ой. Уже темнеет. Только нам здоровье. Ой, пойдем. Пойдем, внученька, пойдем скорее. Снегурка испортила. Да, из нее съешь мороженое. Попадись она мне. Это же иллюзия это. Иллюзия? Иллюзия? Иллюзия! Ну, что ж нам делать-то теперь, а? Непонятно. Кто нам что придумает? Есть у меня один вариантик. Убойная сила. Знаешь кто? Кто? Страсть. Сейчас я ей наберу, подожди. Набирай. Да. От страсти, как мне известно, еще никто не уходил. Ага. Все, дело сделано. Это убойное слово. Сейчас будет прощальное новогоднее шоу Деда Мороза. Ой. Не успели засветло до кумрака добраться. Темно уже. Снегурочка, ты где? Я здесь. Ой, Снегурочка. Ой, страшненько. Снегурочка где-то пропала. Thank you.
Спасибо тебе, Гитушка. Верно, Новый год сказал, что ты выручишь нас с пути. Ох, устали мы с тобой, дедушка. Да, внученька, подустали. И голова уже трещит от этой нечисти. Вот давай вот присядем, отдохнем чуток под елочку. О. Приснился мне сон дивный, Снегурочка.
представь, добрый молодец в золотых одеждах. Играл на своей дудочке, а вокруг него красные девицы хоровод водили. Да на душе, главное, так светло стало, хорошо. Ох, дедушка, ты умеешь как сам девушка. Этот красный молодец мне клубочек подарил. Смотри, вот же он, этот клубочек волшебный. Да значит, не сон это был, Снегурочка! А ну, клубочек волшебный, веди нас к счастью! Здравствуй, Дедушка Мороз. А это кто? Это я, новый 2014 год. Ой, нелегок вы путь к тебе. Я уж думал, не дойдем. Это мои друзья, познакомься. О, сказывал мне долго, что только вы тайну счастья знаете. Всю свою жизнь я хотел узнать ее. Поведайте мне ее старому. Секрета, дедушка, никакого нет. Нужно просто служить Верховному Господу и повторять святые имена. Верховному Господу? А какой же он, Господь? Он прекрасный, вечно юный мальчик-пастушок. Он играет... Ой, он носит золотые одежды и играет на своей флейте, а зовут его Кришна. Дедушка, так ведь это же он нам во сне явился. О, Кришна! Кришна, Кришна! Вот оно счастье! Кришна воспевать, его имя прославлять.